Я думаю, фанаты узнали. А кто не узнал, тот посмотрит фильм и узнает. Это вступление из блюза Вилли Брауна, из легендарного фильма «Перекресток». Так вот, это, конечно, уже не начальный уровень. Ну, может быть, кому-то из тех, кому по силам это сыграть, лень разбирать. А я в свое время заморочился, разобрал, правда, со временем некоторые ходы сознание подменяет на какие-то собственные, более там привычные. Но сейчас я постарался сыграть максимально приближенно к оригиналу. Но, в принципе, здесь есть простор, так сказать, для фантазии. Итак, попробуем разобрать эти два квадрата. Два квадрата вступления. Дальше там еще несколько квадратов играет гармошка, но там уже нет ничего любопытного. Там уже такая откровенная шара, я бы так сказал. А вот эти два квадратика, в принципе, они содержат в себе всяческие полезные ходы, которые потом, возможно, где-то можно применить. Итак, начнем. Это видео будет длиннее, чем другие, потому что квадраты достаточно плотные. Итак, с чего же там все начинается? Начинается все с бенда на третьей дырке. Значит, что мы здесь играем? Бенд на третьей дырке. Полутоновый, затем бенд на тон и двоечка. Дальше на третьей дырке бенд полтона, тон полтона. Дальше опять тон полтона. Четвертый выдох. Второй раз фраза повторяется практически точно так же, только вместо глиссандо мы играем последнюю ноту на второе отверстие. То есть у нас уже получается. Значит, следующая фраза. Что здесь? Опять же, вокруг бенд полтона на третий, бенд на тон, двойка и снова бенд на тон на третий. И потом опять пошли бенд полтона, двойка на бенд на тон, двойка два раза. Бенд на тон на двойке и единичка. Ну, по табам все это будет виднее. Соединяем. Дальше что у нас здесь пошло? Значит, четверка. Четверка, бенд на полтона на третьей, двойка. Бенд на тон, бенд на полтона. Двойка, вдох, двойка, выдох. И дальше. Значит, дальше у нас идет. Единица вдох, двойка выдох, две единицы вдох, двойка выдох. И снова на третью дырку возвращаемся. Бенд на полтон. Полтона, бенд на тон, бенд полтона, двойка. Дальше опять двойка вдох, двойка бенд, единичка.
Вдох. И снова двойка. Значит. Да, дальше. Бенд на полтона, четвертая, выдох. Бенд на полтона на третий. Двойка, вдох. Снова двойка. Снова на третий бенд на тон, бенд на полтона, двойка. И двойка на выдохе, либо аккорд. И дальше пошел следующий квадрат. Итак, весь первый квадрат постараюсь сыграть медленно. Да, кстати, сегодня мы играем на гармошке до, потому что на оригинальной записи звучит именно гармошка до. Блюз тональности соль. Итак, переходим на второй квадрат. Переходим на второй квадрат. Значит, он начинается у нас с четвертой дырки. Бенд. Такая незамысловатая фраза, приукрашенная блокировкой языком, слэпами. Значит, это бенд на четвертой дырке. То есть, ну, если играть без блокировки языком, то здесь будет. Будет получаться бенд и три чистых ноты. А с блокировкой получается одна из этих нот заменяется слэпом. Итак, получается бенд на четвертый. Открытая четвертая три раза. Снова бенд на четвертый. Открытая четвертая три раза. И потом слайд с бенда на четвертый через тройку на двойку. А, потом пропустил две ноты. Здесь глиссанда с полу такого бенда на чистую. Здесь бенд, слайд получается бенд на четвертый, ну, желательно немного подбендить третью и двойку. И снова возвращаемся. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Короче, в табах будет понятнее, сколько там раз получается. Буду писать, посчитаю. И дальше мы уходим на шестую, на ход от шестой дырки вниз. Ход строго по блюзовой гамме. Шестая, выдох. Пятая, вдох. Четвертая, вдох. Четвертая, бенд. Четвертая, выдох. Бенд на третий. Значит, все вместе играем это. Бенд на третий, здесь на тон. И дальше. Фраза полностью повторяет фразу из первого квадрата. Не буду ее рассказывать, просто в табах запишу. Дальше фраза похожая на первый квадрат, но немножко не такая. То есть два слайда на четвертое из бенда на чистую.
один слайд, тройка, двойка. То есть два слайда, четвертая, четвертая, третья, вторая, третья с бендом, и опять четвертая, третья, вторая, третья с бендом. Получается. И дальше концовка тоже похожа на первый квадрат, но не такая. Значит, первая фраза. Два раза единичка вдох, двойка выдох, двойка вдох. Дальше. Тройка бенд, четверка выдох, тройка бенд, двойка вдох, двойка выдох. И дальше это один вдох, два вдох, два бенда, бенд на двойке два раза, снова единичка вдох, единичка выдох. И дальше опять один вдох, два вдох. Один вдох, два вдох, два бенд вдох и один вдох. Итого вся концовка получается. Все. Итак, сейчас попытаемся сыграть второй квадрат полностью, медленно и без ошибок. Что не просто, играя медленно. Ну, вот, собственно, как-то так.